Всем добрый день, Красноярску добрый вечер. Сейчас иду по острову отдыха. Сегодня у нас тренировка необычная. Иду к пацанам, кто занимается воркаутом. Смотрим. Да, мне всегда нравились пацаны, которые могут такие кренделя выписывать на турнике и брусьях. Посмотрим. Все, немножко потренируюсь с ними. Сильно не буду, так как я вчера тренировался. Короче, следопыт с меня никуда. Пошел не по той дороге, а решил срезать через лес. Ну и что? Да. Ну, сейчас кардионагрузка перед этой тренировкой. Ой, Вова. Старый точно стал, дед. Вот сейчас выйдем на дорогу. Найдем. Вот ребята занимаются, пришел на их площадку. Сейчас человечка покажу, который будет тренировать их и немножко меня. Всем привет. Меня зовут Данил Тесля. Да, Данил, скажи, а ты же вроде как занимался всякими видами спорта, в том числе и тяжелой атлетикой, да? Да. А тяжелой атлетике есть какие-то регалии? Рывок, толчок, в смысле какие-то разряды? Кандидат в мастера спорта. Тяжелая атлетика кандидата выполнить это тяжко. Ладно, покажу, ребята вам пока бегают, а потом дальше Данил нам все будет рассказывать, объяснять. Ребята, давайте, быстрее! Здесь группа начинающих, поэтому не судим строго. Ребята занимаются, что, молодцы. А девчонки тем более молодцы. Я старался чуть-чуть, да? Не сильно так вот не опираемся, просто ближе подходим, и спина, чтобы была ровно. Настоящие люди, настоящие спортсмены занимаются в любую погоду. У нас посмотрите, какая погода. Сейчас вполне можно ливануть.
Данила, а почему воркаут именно? Потому что воркаут является основой для каждого вида спорта. То есть он создает костно-мышечный корсет, хорошую базу. Ну а для тебя он что? Ну, для ты меня, раз ты занимался и борьбой, и тяжелой атлетикой. Я понимаю, то, что поскольку я этим всем занимался, я понял, что в действительности хороший, качественный тренер, если он это преподает, любимое дело, то он способен человека, то есть направить на любую стезю, на которую он хочет пойти. Хоть дзюдо, хоть карате, хоть на вольную борьбу, уход в тяжелую атлетику. Воркаут является основой для этого. Ладно, спасибо. Ну вот, поняли. Так что нужно ходить, заниматься, как говорю я постоянно. Любым видом спорта. Выбирайте для себя какой-то вид спорта и занимайтесь. Совершенствуйтесь. Сегодня погода нам не дала провести нормальную тренировку. А в здании мы встретимся еще раз, но уже в спортзале. Я так думаю, что он нам покажет нормальные элементы, серьезные. Я так думаю, да. Вот вам покажу группа, те, кто занимается воркаутом, ребята. Так что все смотрим, машем ручкой. И смотрим все канал «Спортивный дед» и себя на нем. Полноценной тренировки не получилось. Наш дождь достал. Но я так думаю, что мы с Данилом договорились о полную тренировку. Полностью воркаут. Серьезные там ребята будут. Серьезные элементы выполнять будут. Я покажу дальше на своем канале. Ну а сегодня получается как моя прогулка и встреча с ребятами, которые занимаются любимым делом, спортом, значит. Поэтому отрываем свои жопы и занимаемся любую погоду, даже несмотря на то, что дождик льет. Нужно заниматься, саморазвиваться, не только спортом. Поэтому развивайтесь во всем, не только в спорте. Читайте книги. А то про спортсменов говорят, что головы нету, безголовые. Ну, конечно, есть и такие. Те, кто зациклен на одном спорте. А так на острове отдыха благодать. О, ветерок начинается и дождик. Все, завязываю. Всем пока. До свидания. Подписывайтесь на мой канал «Спортивный дед». Все, пока.